Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. В этом видео я решил снять молнию Маквина. Видимо, его изрядно потрепало в кроссауте. Уже краска так поржавела, все, улыбочка такая смешная вообще. Конечно, стоит только два шила, но зато стоит две нерпы, потому что стоит кабина спринтер, всего лишь 8 энергии, пришлось только два пулеметика ставить. Ну ладно, давайте проверим его в бою. Итак, мы поехали в бой. Улыбочка, конечно, моего молнии вообще ржачная. Напарники тут со мной ездят. Один напарник тоже такой же сделал, только красочка другая. Мне интересно, как будет с двумя шилами. У меня два шила стоит, но зато две нерпы стоит. Посмотрим, как они стрелять, кстати, будут. Ну, на большой урон я, конечно, не надеюсь. Так, сейчас догоним. Спасибо. Бот вообще красавчик. Ветер в харе, а я шпарю называется. Едет на пролом и не парится вообще. А, боты это, конечно, классно. Так, где тут враги-то у нас? А вот на радаре вижу. Один чувак попался. Там уже кто-то смеется с моего Маквина в чате. Да, он, конечно, улыбочка это вообще зачетная. Так, бот, давай. Есть, завалили. Так. Давай. Не, ну это просто прорыв в технике чувак сделал. Поставил башенкой генератор и бочку. Это просто, я не знаю, как это назвать. А я знаю, как он, почему у него так стоит. Он просто играет в рубрику, повезет, не повезет. Вот это вообще в легкую сможет сделать. Я даже не удивляюсь. Наверное, просто автосборку нажал, и бот это собрал. Потому что бот тут такие крафты зачетные собирает. Это вообще. Так, еще одного завалили. МВП-ха, победа, ништяк. Кстати, нормальные карты сейчас попадаются. На удивление. Обычно, когда на шиле катаюсь, какие-то огромные карты попадаются. Нет. Эти более-менее нормальные карты. Так. Подъезжаем. Сейчас тут месиво будет такое. 100%. Так, боты поехали. И бредался в дерево. Так, понастреливаем. А, вон тут союзы наши подъехали. Ну, давайте тогда в атаку поехали. Все-таки сразу... А, тут всего два врага. Все сразу свалили. Есть, одного завалили. Давай второго. Давай, давай, давай. А, напарник завалил. Так. Кто тут у нас? Пильщик? Да, пильщик пильщику, не друг. Так, едем. Еще один пильщик. Я же говорю, пильщик пильщику не друг. Есть. Второго красава замочил. Едем. Так. Есть. Там последние два остались. Один. Ну, бота мы сейчас взорвем. Давай, догоняем его. Дробовод, ну, легкая машинка, баги такая. Легко замочится сейчас. Давай, взрывайся. Давай. Есть, напарник завалил. Опять МВП, победа. Вообще классно. Наши очки за бой. Ну, вот такой у нас получился молния Маквин. Прикольно на нем кататься, кстати. Две нерпы долго позволяют стрелять с оружия. Прикольно. Ну, думаю, на этом все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока!